Этот маневровый тепловоз «Вологде» немного «Тесла». С автомобилем Илона Маска его связывает не источник энергии и не цена, а автопилот. Так же, как и модные американские машины, этот поезд может обходиться без человека. Локомотив сам анализирует, что происходит на железной дороге. Разработчик системы, московская компания Cognitive Pilot, говорит, что необходимость в чем-то подобном особенно ярко проявила себя в пандемию. В пандемию оказалось, что необходимо срочно усиливать человеческий фактор, потому что субъективная вот история с управлением в таких экстренных стрессовых ситуациях человеком локомотивов, поездов, там, общественного транспорта стала рисковой, увеличились аварии в разы. То есть, потому что там человек или болен, или у него помощник заболел, или он просто находится в стрессе. Искусственный интеллект, глазами которого является система камер, установленная на передней части тепловоза, в реальном времени оценивает дорожную обстановку. Он в состоянии различить встречные поезда, столбы, платформы, людей, стоящих вдоль путей, или, например, автомобиль, застрявший на переезде. Машинист Андрей положительно оценил такого помощника. Появилась еще одна пара умных глаз, которые не устают и наблюдают за всем, что происходит вокруг. За сигналами, людьми, за светофорами. Особенно это важно при маневровой работе, когда характер работы монотонный. В данный момент систему испытывают российские железные дороги, но окончательное решение о закупке пока не принято. Зато у Cognitive Pilot уже появились клиенты во Франции, Дании и Германии. Компания планирует в этом году продать 2000 комплектов и открыть офисы в Китае, США и Бразилии.